Привет, друзья! С вами Фахилин. Сегодня я предлагаю вам приготовить вместе со мной замечательный диетический супчик с шампиньонами. Данный супчик мы с вами будем варить на курином бульоне куриных сердечек. Суп получается очень аппетитный, очень вкусный, легкий в приготовлении, продукты все доступные. Так что давайте приступим. А сейчас подпишитесь на мой канал. Я желаю вам хорошего просмотра. Друзья, сегодня, значит, я вам предлагаю приготовить вкусный диетический супчик с шампиньонами. Я, значит, беру шампиньоны замороженные. Я их заранее готовлю, замораживаю, чтобы лишний раз не бегать по магазинам, не искать. У вас, возможно, есть свежие шампиньоны, это даже еще лучше. Но у меня вот на данный момент, значит, замороженные. Далее, значит, картошечку берем, штук 5-6 средних картошек на 2 литра воды. Значит, нам понадобится 5-6 картошек. Картошку мы режем кубиками. Берем, значит, одну морковочку, пол луковицы и половинку перца, свежего перца. А также, значит, куриное сердце. Тарелочку куриного сердца. Значит, первым делом мы отвариваем бульон. Потом, значит, мы опускаем картошечку. 5 минут она у нас покипит. Грибочки также опускаем воду. И пассируем слегка, прям слегка-слегка пассируем лучок с морковью и с перчиком. И добавляем все это в наш суп. Ну, давайте по порядочку. Первым делом отвариваем куриные сердечки. На этом бульоне мы с вами будем варить наш диетический супчик с шампиньонами. Как только вода закипит, убавляем огонь и варим до готовности. Нарезаю мелко морковь, лук и перец. И пассирую на сковороде на подсолнечном масле. Не зажариваем, а именно пассируем. Зажаренное нам нельзя с вами, кто на диете. А попассировать немножко для вкуса можно. Сердечки у меня сварились. Добавляю картошку. Картошку режу кубиками для такого супа. Бульон получается такой красивый вообще. К овощам в сковородку добавляю грибы, шампиньоны. И также слегка вместе с морковью, луком и перчиком слегка обжариваю. Так, картошечка у меня почти готова. Сейчас я добавляю в кастрюлю жареные овощи и шампиньоны. Вернее, пассированные. Получается красота, друзья. Сейчас прикрою крышкой кастрюльку. Пусть еще проварится немножко. Ну, минут 5-7. После чего я добавлю зелень. Итак, суп у меня почти готов. Сейчас я добавлю зелень. Я добавляю укроп свежемороженый, петрушку свежемороженую. И один лавровый листик. И пусть еще минутки 4-5 проварится. Дорогие друзья, сегодня я приготовила очень вкусный диетический суп с шампиньонами
на куриных сердечках или с куриными сердечками. Суп получился просто замечательный, просто восхитительный. Сейчас я налью тарелочку и попробую свое творение. Дорогие друзья, если вам понравился мой рецепт, то ставим лайки и подписываемся на мой канал. Я всегда рада новым друзьям, новым подписчикам. Приходите ко мне в гости на новые вкусные рецепты. Сегодня у нас, друзья, понедельник, с чем я вас и поздравляю. Желаю вам продуктивной трудовой недели и всех-всех вам благ. Всего вам самого доброго. С вами была Хелен. Пока-пока, мои хорошие. Завтра вновь увидимся.